Друзья, всем привет! С вами Константин, и вы на канале Бостон Техник. Сегодня к вашему вниманию представляю трактор МТЗ-80 1989 года. Полностью после капитального ремонта с куном ковшнично-лесной. Не нуждается в никаких вложениях. Единственное, что можно поменять, резину. По технической части все отлично. Прошел полное комплексное обслуживание. Задняя резина тоже под замену. Навеска рабочая, гум работает. Состояние кабины. Вот такой вот трудяга ищет себе хозяина. Если заинтересовал, приезжайте на смотр, на тест-драйв. Всем хорошего дня и пока!